Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy, и сегодня мы с вами будем собирать коллекции машинок. Перед просмотром обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А я, ребят, смотрите, это прям как в симуляторе качка. У нас на фонтане стоят тачки, смотрите, прикольно. У тебя одинаковые предметы из Roblox, и ты не знаешь, что с ними делать? Тогда переходи на starpets.gg, ведь у них на сайте появился крутой обменник. Бери и меняй несколько своих предметов на один крутой или наоборот. Получи с одного предмета кучу разных. Все делается, ну, очень просто, а главное, быстро и безопасно. Ну и не забывайте, что на Star Pets можно покупать или продавать предметы из Roblox выгоднее, чем где-либо. Все ссылки на лучший маркетплейс по Roblox Star Pets будут в закрепленном комментарии. Как я понимаю, это у нас игра типа как автокликер в стиле Pet Simulator. Смотрите, даже ховерборд есть тут, в принципе, вот это все. Как все принято в новых популярных играх. Давайте мы с вами, знаете, что сделаем сначала? Мы с вами найдем кнопочку, где мы с вами можем ввести кодик. Где кодики вводятся? Надо найти, где вводятся кодики. Вот, ребята, у нас есть код. Это у нас первый код. И есть второй, который называется Easter. И мы с вами получаем один лаки, да? Ну, смотрите, ребят, получается, что у нас очень много сейчас бустов. Смотрите, такие же, как, в принципе, и в пэт-симуляторе всякие скинчики. О, смотрите, видите, да, машинки. Так, ну я, короче, начинаю, ребята, кликать. И я хочу... Кстати, X2 ивент у нас сейчас идет. И у меня что-то походу... Что это такое? 3, что это такое? Что? Я типа много накликал, что ли? У меня 8 кликов в секунду, ребят, пока. Пока 8 кликов в секунду. И, кстати, тут у нас, смотрите, есть яйца, да, Egg Hunt, как я понимаю. И ничего себе, вот это я насобирал, конечно. А я хочу, например, открыть яйцо. А вот, смотрите, вот они, яйца. И как я понимаю, ребята, я сейчас могу уже открывать вот это яйцо, например. Сразу, резко, бэм. И давайте посмотрим. Нифига себе. Так, классно открывается. Это у нас кэнди машинка какая-то. 10%, кстати. Довольно неплохо. И я могу дальше кликать. Кстати, у меня теперь две этих машинки. Я не знаю, сколько можно и вообще машинок здесь носить. Но давайте посмотрим. И проверим, ребят, сейчас. Пау! Это бейсик, смотрите, какой-то автобус. Так, ладно, окей. Давайте мы с вами экипируем вот так вот все эти машинки. 2000. Просто сразу сходу, ребят. Офигеть. Смотрите, вот такая вот у меня теперь коллекция тачек. И это прикольно, ребят, смотрите, как жестко я сразу на старте развился. Это все благодаря кому, конечно же, ивенту. Ребята, смотрите, я подбираю все эти яйца, да, и просто обалдеть, как много сейчас буду получать. Кстати, здесь есть апгрейды, которые я могу, смотрите, на клике, например, да, вот так беру просто, пам-пам. Больше нет, ребята, больше нет, к сожалению. Ну ладно, давайте мы с вами продолжим собирать тогда вот эти вот яички, да. И пока ивент есть, ребята, нам надо с вами как можно больше их собрать и повыбивать самые классные тачки. Кстати, я не уверен, ли это Happy Easter. Да, вот она локация, ребят. Интересно, тут есть еще какие-нибудь яйца, ребят. Либо же это у нас самые последние. Ну, как самые последние, самые крутые, да. Давайте мы с вами, знаете что, лаки вот так вот активируем. И, кстати, у меня еще два... Да, у меня... Ух, ничего себе, сколько я зарабатываю теперь! С одного клика, вы посмотрите! Офигеть, ребята, я просто жесткий стал. Так, окей, давайте вот эти пооткрываем тогда. Могу сразу все открывать? Нет, не могу, 800 стоит. Так, ну, тут какой-то есть предмет, который... Легендарка, как я понимаю, да? Либо же это мифик, ребят, смотрите. Нет, 5% легендарка. А вот супер редко... О, вот она легендарочка, ребята. Ну-ка, 9000 дается. Офигеть, давайте вот так вот ну, то есть одеваем всех, да, самых классных. Так, ну у меня сейчас есть X2, ну не X2, а есть удача. И с этой удачей, возможно, я сейчас что-нибудь выбью крутое. А может быть и нет, ребят. Ладно, давайте сейчас посмотрим. Давай, пожалуйста, мне вот эту самую крутую машину. Не, рарочки он дает, да? Пока дает рарочки. Кстати, у чуваков, вон, я смотрю, золотые машинки есть. Но у меня, конечно, до золотой еще долго. Долго, да, ребят. Я только начал, считаю, выбивать их. Да, кстати, интересно. А, ну тут, наверное, можно сразу выбивать каких-нибудь золотых или легендарных, да? Ну, тут, наверное, скорее всего, есть еще какие-нибудь рейнбоу, ребят. Так же, как в Pet Simulator. Смотри,
смотрите, вон, видите, да? Легендарка золотая. Блин, классная. Я тоже хочу. Я тоже хочу легендарку золотую. Давай. Кэнди. Так, ладно, окей. У нас остается не так много на открытие. Ну, мы, конечно, понадеемся, что нам что-нибудь выпадет крутое. Кэнди. Кстати, я не посмотрел, есть ли здесь шайни. Шайни можно делать или нет? Мне кажется, скорее всего, тут как в пэт-симуляторе, возможно, можно делать гол питомцев, да? Какой-нибудь аппарат специальный стоит. Так, ну, короче, все. Вот оно, все, что я смог достичь. Так, ну, давайте посмотрим. Так, у меня теперь в кликах я стал вообще супер продвинутым. Вы посмотрите, ребята, как у меня кликается сейчас. Так, надо бы нам посмотреть, да? Открывать новые островки, в принципе, я могу. Но, мне кажется, как их открывать-то? Как их открывать? Может быть... А, вот, смотри, бай. Подожди, как мне... А, вот, за 850-ка я купил. Покупай следующую, ребята. Подожди, в смысле... Сколько стоит? Сколько? 50 миллионов. Подожди, а что так дорого? Что-то 50 миллионов это слишком дорого. Так, да, мне походу надо, подожди, десерт открыть, да? Что-то как-то дорого. Слушайте, Zone First. Так, ладно, окей. Я думал, я сейчас быстренько пройду игру, да? Ага, конечно, прошел. Так, окей. Давайте мы экипируем все самые крутые. Могу ли я, например? И нет, ребят, я походу не могу сделать из них шайни, да? Окей, погнали, попробуем тогда в токсик переместиться, ребят. Мне интересно, что у нас там? Токсик локации. Я вообще ни в каких локациях еще не был. Ага, вот оно, да. О, награда какая-то, давайте соберем. Так, и... мне надо в группу вступить. Блин, в группу забыл вступить, ребята, к сожалению. Вот, кстати, 25 миллионов, новые какие-то пэты, да, вот, скорее всего. Да, ребят, смотрите, ну-ка, давайте попробуем. Так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот, 100% шанс, погнали. И... в смысле? А что у меня? Где гемы? А как гемы заработать? Я хочу гемы. Алло, прием. Ребят, я вообще нубас. Может быть, у меня за ачивки? Нет, ребят, за ачивки тоже ничего мне не доступно. Так, подожди, а как достать гемы-то? Ребят, я что-то не понимаю. А, подожди, реберты надо делать? Надо делать реберты. Вот оно что. Подожди, в смысле? Я могу сделать сразу? Я по 10 ребертов могу делать, да? Так, подожди, я не понял. Подожди, я вот так могу по 10 ребертов вообще супер быстро делать, да? Подожди, что происходит? Вы только посмотрите, как я делаю быстро реберты. Так, это, конечно, интересно все, но а почему-то гемов мало дают. Да, ну вот я бы мог, конечно, сразу сделать, смотрите, 1000 ребертов. Офигеть, подожди, сколько стоит? 1000 рубаксов! А что так дорого-то? Ребят, я 2500 бы сразу смог сделать. Офигеть, но, к сожалению, я типа, ну, это дорого слишком, ребят. Офигеть. Я мог бы сделать так много ребертов сразу. Но, блин, ребят, давайте так. Если вы хотите, чтобы я здесь жестко развивался, то обязательно пишите об этом в комментарии. И мы с вами будем здесь развиваться. И, кстати, я что-то забыл посмотреть. Сколько здесь гемасов-то это все дело стоит? Подожди, в смысле? Вот этих гемасов это все стоит, да? Подожди. Как мне вот это достичь? Как мне вот эти гемасы заработать? Я не понимаю, ребята. Ой, а что это я с ребертами такой жесткий стал, что ли? Смотрите, сколько у меня денег теперь. Офигеть! Это просто жесть какая-то. Так, давайте посмотрим, что у нас тут за питомцы вот эти сейчас будут, да? Basic, окей, давайте посмотрим, насколько они хороши. 76, фу, я не пойду сюда больше. Эта локация отстой, ребята, вообще отстой. У меня, кстати, сами по себе фармятся. Я не знаю, откуда у меня взялся автокликер, но что-то, короче, ребят, пишите в комментариях, потому что я нубас, учите меня играть. Кто здесь профессионал, да? А я что-то вообще какой-то нубасина, блин, капец. Так, ну смотрите, дабл джамп я пока не могу себе позволить. А вот это то, ну кстати, вот это могу себе позволить. Вот на гемы нам надо, гемы, ребят. Нам надо как можно больше гемов. Вот так давайте сделаем. Как мне добывать гемы, я не понимаю. Короче, знаете что, раз тут такое дело, я буду выбивать чисто вот эти вот яйца, которые есть в этой локации, в этом ивенте, ребят, потому что что-то мне подсказывает, что скорее всего они здесь самые крутые. Ну, одни из самых крутых. Типа, я сейчас буду прокачиваться до самой последней локации очень долго. А я сейчас просто не прокачиваюсь, да. Ну, вот видите, да, как я развился жестко благодаря вот этим именно пэтам. Поэтому мы с вами берем вот так вот. И сейчас будем их открывать. Я не знаю, конечно, выпадет ли нам вот эта вот супер крутая мифик, да. Да, это мифик, скорее всего, ребята. И у него очень маленький процент, скорее всего. Но так как у меня есть не просто удача, у меня есть супер удача. Я надеюсь, что мы сейчас с вами все-таки выбьем. Вот легендарочка, пожалуйста, уже вторая легендарка. Просто интересно, какой шанс
вот на эту вот, вот на этот мифик, да, типа, где вопросики написаны, ребят, напишите обязательно в комментариях, кто знает. А я вот так вот сейчас попытаюсь, конечно, выбить. Мне кажется, знаете, похоже на какой-то самолет. Ну, давайте сейчас посмотрим, может быть, реально самолет какой-нибудь. Ну, может быть. Кстати, впервые играю в игру, где у нас вместо питомцев машины, да. Ну, так она и называется, в принципе, у нас, да, симулятор машин, ну, типа того. X2, конечно, это все хорошо, X2 Кивинта, но мне нужны пэты самые хорошие. Basic вообще выпадает. Да, ребята, надо, конечно, скорее всего, здесь донатить так же, как в пэт-симуляторе, да, чтобы что-то выбить. Да, и чтобы было тройное открытие, чтобы были все геймпасы на X2, тогда, во, кстати, смотрите, еще одна легендарочка 5%, но... Не, нас она не интересует. Ну как, она и нас интересует, да, я согласен. Мы сейчас с вами сможем экипировать целых 3 таких тачки. У нас вроде уже 4, уже 5-я вот вроде, ребят. Мы даже золотую, наверное, скорее всего, сможем сделать уже скоро. Ну, может быть, я не знаю. Давайте попробуем сейчас экипировать ее. Так, где она у нас? Вот так, давайте все крутые экипируем. Вот, одна, кстати, 12 тысяч. А, они прокачивают левел еще. Ничего себе. Так, ну смотрите, ребят, какая у меня сейчас прокачка. И это все благодаря, конечно же, ребертам. Я бы мог, конечно, сейчас сделать себе 50 тысяч ребертов, ребят. Но, к сожалению, пока я этого сделать не могу. И у меня здесь начали соседи свернить, ребята. Я надеюсь, вы этого не слышите. Если слышите, напишите в комментариях. Ребят, если вам понравилась эта игра и вы хотите увидеть продолжение, как я буду здесь развиваться, как я буду здесь донатить, то обязательно пишите об этом в комментариях. Всем, ребят, спасибо за просмотр. Всем пока-пока.